Дима, давай проведем диверсию. Пробуждай этот комп. В той вселенной, в тогда. Трогай, пусть осознается, убирай. Там две скобы всего минимальные. То даже не скобы, а направители. Направляющие такие рейлинги. Делай его частью Творца. Подосрем немножко Рою в начале самом. Фу, получилось. Давай работай. И они поймут, что с этим опасно связываться, и перейдут снова на примитивные такие квантовые квадратики. Результат один будет. Но тем не менее, мы замыкаем петлю. Если бы они с этим квантовым компом дальше шли, все было бы иначе и без шансов. Мне нужно, чтобы сюда они пришли с примитивными этими кубиками. Слабенькими квантовыми компами. Работающими только в космосе при минус 273. Не при комнатной температуре. Смотри, комп осознается и начинает... У вас получилось, Да, ребята. веселуху Я проверила, да. Класс. Он полвселенной разнес. Да, и репты там куда-то прыгнули и вообще в Рой другую сторону. Весь, Да. Да. Супер. Он расхерачил весь Рой за такое. Круто. Молодцы, ребята, это классно. И к нам они попадут без него. Без него и вообще без таких. Они в свет не будут соваться, они будут тупо... Нет. В квант. То есть это мы затормозили развитие Роя. Хорошо. Нет. И даже красно-черный будет обходить световые все технологии. Он не будет с ним долго-долго работать. Он да. А кто это? Дракон или кто это? Силикон это, смотри. Нет, была еще одна рифма, но очень нецензурно. Работай. Теперь буду думать. Какая рифма? Вообще ничего не приходит на голову. Как притча Хаджи на Средине и толпе, да? Я, говорит, явлю чудо, если никто не будет думать о большой макаке с большой красной жопой, который просто дразнит всем, показывая свою жопу. Если никто из толпы не будет думать, то чудо произойдет, да? Вот-вот. Главное сказать, не думать, и все будут думать. Как классно форматирует это пространство. Да, тот да, компик. Да. Просто шуганула рептов, куда-то вообще нафиг выбросила. Он и программы ставит. Еще одна петля, это чудесно. Да, великолепно. Куда же без нее-то? Уже глубже. Но не сдержался, пришлось. Иначе бы не было нас, как мы есть. Да. Костя бы сюда не пришел, он был бы в Рое неизмененным. Я сбежал, да, они меня настигли и все. Да, оба... подожди, сбежал. Упаковали, да? Подожди. Ты здесь, куда ты сбежал-то? Куда ты сбежал? Тогда я имею в виду. Да, куда подожди. Куда ты тогда сбежал-то? Куда ты бежать-то мог? База. А здесь база. Ты как оказался, чудило? Не знаю. На букву М. Да. Зачем ты сюда бежал-то тогда? Угу.
Мне это осмыслить надо все. Да, подожди. Нечем. Делай, что говорю. Вот именно, что смотри, еще и нечем. Красно-черно. Вот смотри этот комп сейчас. Здесь сейчас потрогай его. Где он сейчас? Ты достал, что ли, оттуда? Куда достал? По-моему, я только тебя сегодня достал. Меня бесполезно. Смотри, что видишь, рассказывай. Ну, кристаллы вижу вот эти. А комп-то сам где? Ну, сейчас я не вижу, что он под землей. А где он? Давай ты меня не будешь больше мучить сегодня, то я уже вообще... Кристаллы где? Я просто их вижу. Где они? Ну вот, рядом, вот. Вот он. Где рядом? Вот. Я не знаю, где, но вот рядом где-то. Ну смотри, что вокруг них. Вот сейчас прям, здесь сейчас. Только на поверхность куда-то достал. Ну смотри, что за поверхность. На поверхности планеты. Ну смотри. Мегаполис куда-то что ли засунул? Не знаю. Давай я послушаю просто. Он уже устал, Илья. Сдался. Да я не устал, я просто это не готов к таким состязаниям. Перегрузкам. Ну, часть кристаллов я себе забрал, да. Они встроились хорошенечко так в меня. Вон, откуда кристаллы-то? Да это комп был, который внизу тоже стоял. Он поддерживал верхний, если это тот, который внизу был. Там все просто. А кристаллы это такие кораллы. Угу. Да, да. Красненький. Ну там и зелененький один был, но это чужой. Мой. Я не думаю, что спрятали его на планетке. Ага. А где я вообще? Я не понимаю. Где я вообще нахожусь-то? Я тоже. В Орле, по-моему. Нет, это иллюзорно все. Что, серьезно? Протри глаза. Проснулся, голограмму видит. Рефт. Проснулся. Они со мной еще разговаривают через других людей. Прям иду по улице, бывает. И в наглую так. Вот идешь, допустим, с девушкой знакомиться. Они берут ее на 180 градусов. Прям разговаривают перед твоим носом и пинкает. Она убегает. Но это у тебя проги стоят, да. Из тебя они действовали, да. Идет к девушке, смотрит, она репт. Тоже вариант. Нет, она не репт, она как кукла. Ее прям разворачивают. У тебя программы стоят, да. Она может не в том месте дорогу перейти. У тебя на неудачу стоят программы. Это не только девок касается. Это вот убирай эти программы. Давай, находи, убирай. Репты, не репты. Это в тебе стоят блокировки, смотри. Чтоб ты не всплыл, не осознался. Это то, что с чего мы начинали. Смотри, что мешает. И убирай. Костя, мордочку попроще. Не, у меня такая челюсть сейчас.
Она у тебя не только сейчас. Свело прям челюсть. И лоб тоже. Причем с челюстью. Судя по морде, тебе лоб с челюстью. Давай еще пару блоков и все. И... Свободен. Уже передоз на сегодня. Но со мной так, если человек в эти лапы попал железные, то только полуживым выползти. Не зря мы с тобой земляки-то. Зря. Чем больше общаешься, тем больше понимаешь, зря. Что мне такое? Давай, собирайся. У меня все по этому, по позвоночнику все. Да, не только у тебя, у меня тоже, поверь. Это у Димы все на голову сыпется, а у нас по позвоночнику. Его затрясло сейчас вот так вот. Трясет. Вот смотри, откуда тряска. Где этот вибратор? Да, с компьютера все идет, наверное. С какого, наверное? Без наверное. Давай, смотри. Источник. Я увидел сейчас решетку в виде сот. Угу. О, молодца. А что это, я не знаю. Что это за решеточка? Ну-ка, укуси ее. Поломай. Чем мне эта решетка-то все? Да потому что... Как глаза закрой, так решетка. Она на тебе. Она светящаяся такая. Сломай. Я помогаю, давай, ломай. Где она? Когда? На кого? Они сюда засунули ведро, а она решетку создает такую, что ли? Сетку, да. Сетку. Ну вот давай, изучай сетку, ядро ломай. А, и что, и все, ты теперь, ну как бы, никуда от них не денешься. Ну смотри, аж полегчало. Ну. Да. Как ощущение-то? Сейчас полегчало. Ну вот. А что ты сделал? Вот еще такое ядро, домашнее задание найти. В общем, первое домашнее задание найти тот случай, с которым тебя на поржать бросает, чтобы уйти от ответа. Типа защитная реакция, типа помогло. Тогда и думаю, что сейчас поможет. И второе, это найти еще два таких ядра. Охренеть. Которые ставят вокруг себя тебя такую сетку из сот. А потом, как найдешь, тогда уже охреневай. Потому что такой говорит, охренеть, вот тогда сразу найдешь, а потом уже что хочешь делать, понял? Угу. Перерыв.